перерыв команды, матч сборной, сейчас уже Александрия впереди. Пошла ли на пользу команде пауза, как она ее заполняла? Пожалуйста, расскажите. Ну, это мы узнаем послезавтра, пошла она на пользу или нет. Но мы довольно продуктивно провели время, сыграли контрольный матч против Мариуполя. Это тоже информативная игра для нас. Хорошо потренировались, поэтому все здоровы, это самое важное. И все в хорошем настроении подходят к игре. За то, что был в состоянии сборной, то есть ты сейчас в оптимальной форме, то есть ты готов уже... Ну, конечно, я наоборот хочу больше играть, и пока есть, ну, я в форме, надо набирать еще больше. Готовимся к Александрии, будет хороший матч, тяжелая команда, очень хороший соперник, настраиваемся на него очень хорошо, разбираем команду, очень быстрые фланги, и надеемся показать свой футбол и показать свою лучшую игру. Как говорил нам тренер, у них реально быстрые фланги, поэтому... Я думаю, нельзя ошибаться в центре поля, чтобы не привозить себе контратаки и больше играть через фланги там. Ну, все игры сложные и, конечно, интересно, когда соперник быстро играет, быстро передвигается на поле. И это интересно играть с такими командами. Ну, первый тур, конечно, не все удачно начали, кроме Шахтера. И все сейчас уже, я думаю, адаптировались и сейчас показывают свой футбол. Какие особенности у Александрии все-таки? Те, о которых можно говорить, на что обращаете внимание перед матчем? Внимание обращаем на то, что команда физически очень хорошо готова. И команда силовой футбол играет. Очень много работают без мяча. Хорошо двигаются, хорошо борются в штрафной противника. Поэтому нам надо быть готовым именно к этим моментам, тоже быть внимательным в плане борьбы. Потому что большими силами команда атакует при фланговых прострелах. Нам нужно быть внимательными и стараться как можно меньше допускать, доставлять мяч в нашу штрафную.